На камеру показать не будем. Показывайте. На для камеру показывать для полного ознакомления. Для... Я буду поэтому... Я еще раз говорю. На камеру удостоверение показывать не буду. Я ваше 18 лицо буду показывать, что вы предъявляете мне. Я сейчас прочитаю. Ну, давайте. Камеру, потом 18.3. Выполни, давайте, пожалуйста. Хорошо. Закон о полиции. Я покажу свое удостоверение. Когда вы уберете камеру, ответят мой... Выполняйте. Пожалуйста. Я вам еще раз выполняйте действующее законодательство. Я выполню. Уберите покажи камеру. Покажи свое служебное кричать не надо. Кричать на меня не надо. Не надо мне кричать. Так ты не понимаешь. Я понимаю. Ты не понимаешь. А вы меня понимаете. Нет, я тебя не понимаю. Ты себя ведешь себя как пацан. Предъявляю. Я никак следователь. А вы один вообще, я не пойму, кто вам разрешает в таком виде являться на территории вообще? Вы вообще учреждение работаете? Где ваша форма? Войти ты как-то по-спортивному, у вас что, спортивная зарядка? Закон о полиции, 20-я статья. Тебе о чем-то говорит? Однострой называется. Да. На минуточку. Приходить сюда. Где твой нагрудный жетон, если ты полицейский? Это раз. Второе, покажи свое судебное удостоверение и не выдрачивайся. Я же говорю, я покажу, я не выдрачусь. Когда вы на камеру, я покажу, ничего не буду. Еще раз говорю, на камере, мне 19-я статья Конституции не запрещена. Это первое. Я еще раз говорю, ты отказываешь? Нет, я не отказываюсь. Я говорю, ну, я давай, покажу, когда вы уберете камеру, от моего удостоверения. Где это за, написано, что на камеру нельзя? Покажи. А знакомь меня с ним. А где написано, что на камеру можно? 34-я статья Конституции. Хорошо, снимайте. А где вы сейчас находитесь? На каком учреждении? Я стою просто. Это режимный объект, а ну скажи мне, пожалуйста. Это режимный объект. Чего вы на меня орете постоянно? Да потому что ты вы уже выявил, понимаешь, выявил. Вы меня тоже водите, я же на вас не ору. Ну попробуй что-нибудь сделать. Я же не ору на вас. Ну я попробуй что-нибудь. Давайте посмотрим, кто вы, давайте. Я же умею, что вы сдержали, пожалуйста. К этому делу не имеете отношения, давайте. Я же ничего, уберите камеру, вы просто мне. Я покажу. Я не буду показывать на камеру. Я говорю, покажи свое служебное удостоверение. А я считаю, что вы не хотели убрать камеру, я покажу удостоверение. Потом будете продолжать. А свои персональные данные? Поймите. Да, мои персональные данные. Ты что, идиот или что? Все говорит, ты идиот? Там нет. Там нет персональных. Я тебе вопрос там задал. Ты идиот? Предъявите, пожалуйста. Покажи, пожалуйста, свое служебное удостоверение. Я покажу удостоверение. Уберите камеру, я покажу. Чем это запрещено? Мне не комфортно, что вы снимаете на камеру. Ты на адвоката кидался, ты знаешь об этом? Два свидетеля. Пошел кричить, кричите. Ну, вы без предупреждения, я не кидался на адвоката. Вы без предупреждения применили физическую силу, это зафиксировано на видео. Извините, о, но хорошо, это я вас очень сильно знаю, конечно. Уже один докидался на адвоката. Я понял, хорошо. Покажи свое служебное удостоверение. Я не отказываюсь. Пока не представьтесь, пожалуйста. Я вам сейчас представьтесь без удостоверения, пока не ставлю. Титаренко Алексей Владимирович. Как? Титаренко Алексей Владимирович. Алексей, должность, прошу, пожалуйста. Встреча из какого права? И звание, пожалуйста. Старший лейтенант полиции. Старший лейтенант. Теперь удостоверение, которое номер. Я хотел бы посмотреть фотографию. Действительно, вопрос о номере. Да, я вам покажу это. Я вот так отведу, чтобы вы... Тут еще две камеры тут. Они будут вы не переживайте, они просто фиксируют ситуацию, что вы не хотите нам показать. Скажи мне, пожалуйста, каким приказом это... Хорошо, я на камере показывать свое удостоверение не буду. На камеру вы ничего не показываете, вы предъявляете мне. Ну, меня снимают эти с трех ракурсов. Раз, два, три. Правильно. Как я не покажу, все равно удостоверение пойдет на камеру. Покажи служебное удостоверение. Я покажу. Отверните камеру, вопросы. Я покажу. Это написано на меня. А где написано, что можно орать на сотрудника полиции? Ты сотрудник полиции. Да, я сотрудник полиции. Убери камеру. Покажи, говорю еще раз. Покажи, говорю. Уберите камеру, я покажу. Еще раз уберите говорю, камеру, я покажу. Служебное, посвечивание. Уберите камеру, я покажу свое удостоверение. Да не буду я убирать. Я хочу, я могу предъявить. Уберите предъявите, камеру, пожалуйста. Я предъявлю. Вопроса нет. Ты еще молодой. Причем тут мой возраст? Ты еще молодой. Причем тут мой возраст? Как, подождите, давайте. Без крючки. Что вопрос? Ну, хотят, покажу. Я покажу, просто на камеру не буду показывать свое удостоверение. Еще раз. Я говорю, отведите камеру в сторону. Использовать не будем, не переживайте. Да, твоих персональных данных нету. Отведите камеру в сторону. Персональных если вы данных не принимаете видеосъемку, отведите камеры в стороны. Я покажу удостоверение. Персональных данных нету, говорю. 34-я статья Конституции. Сбирание материалов, информации, официальных будет. Сбирать, вопросов нету. Но удостоверение на камеру показывать не буду. Это дисциплинарная ответственность. А возможно, если вы представляетесь другим лицом, то это уголовка. Да, я не представляюсь другим лицом. Так мы не знаем. Вопрос о нет. Уберите камеры, я покажу свое удостоверение. Ты изначально себя начал преподносить вот так, понимаешь? Кто вы, предъявите ты на работу пришел? Служить народу?
Где твоя форма? Руки в карманы. Форма где твоя? 20-я статья закона о полиции. Так, подожди. Почему это некрасиво? Мне это нельзя делать. Нельзя. Ну, этика есть полицейского, вам должно. Нельзя, у тебя есть закон о полиции. 20-я статья. Занимаемся процедурой возвращения автомобиля или нет? Ну, они не хотят. Я говорю, пусть покажет удостоверение свое, и все. Он начинает понты колотить здесь. Для чего? Показал все. Ну, я на камеру, я говорю, прошу, по-нормальному. Где это написано, скажи? Обоснуй, все, пытай не мать. Прямая заборона, нам его обязательно уберем, все, что вы хотите. Даже мы выполним, потому что это будет 185-я статья, мы не хотим нарушить закон. Давайте сделаем друг другу жест доброй воли, все покажем друг другу удостоверение, да, и документы. Я вообще не против. Мы уже предъявляли. Я тебе скажу другое, он кидался на адвоката. Два человека, это видео. Да, видео. Подождите. Без предупреждения, физическая сила была. Убейте камеру, я покажу. Не буду я убирать. Вот не буду я убирать. Я подожду, пока телефон ваш стоит. Сейчас вызываем предоскопа, но я что-то не руководство. Точно, есть заметить главный начальник. Селектор сейчас идет. Ну сейчас закончится. Ну, значит, селектор, подождем селектор. Все. Сейчас посмотрим, как ваше руководство показывает без всякой, и будет вам пример показывать. Хорошо. И вы нарушаете просто-напросто закон. Вы поймите, закон. Я не отказываюсь показать свое удостоверение. Я что-то не отказываюсь. Если бы отказывался, то просто нету. Это прямой отказ. Нет, мы уже 10 покажу. Минут вам говорим, предъявите, говорите, а я не говорю, хочу. Уберите камеру, я вам предъявлю удостоверение. Кто ты такой, чтобы мне говорить, чтобы я убрал камеру? Выполни закон, ты же человека привлек, тачку забрал, забрал. Не орать, я слышу хорошо, мне слышно. Нет, ты не слышишь. Я говорю, выполни закон, а ты говоришь, да не буду. Ты что, пацан во дворе или что? Ничего не понятно. Ты пацан во дворе? Пацан во дворе. Я вижу пацана перед собой, во дворе. Ну то, что вы видите, но сейчас со зрением плохо. Я видел сотрудников полиции в здании, там я видел. Скажите, пожалуйста, вот сейчас нет. Вы хотите, планируем выдать те какие-то процессуальные документы, которые будут выдаваться лицу, я вот что-то не вижу. У вас вы пришли посмотреть по сохранности машины. Это обязательно, потому что опечатывание происходило без свидетелей и понятых. А каким-то лицом, который нам неизвестен еще, он как поли... Поливный. Дело в том, что опечатано без таких лиц. Сейчас будем проверять количественный состав данного груза, который внутри. У нас есть накладные, с которыми он сюда заехал. Поэтому, если, конечно же, исчезнет, либо не досчитаемся, то будем вызывать следственную оперативную группу. Тут нарушена процедура самого даже опечатывания. Плюс потом вы какие-то действия делаете. Он не поливан. Нет, мы еще не знаем, кто он. Он удостоверение не хочет предъявить. Я его вслух для себя просто зафиксирую на видео. Для адвокатского досье я всегда делаю фиксацию своих действий. Так, мне надо отчитаться перед руководством. Перед камеру просто отойдите в сторону. Я вам сказал, дальше будет жалоба на тебя написана в ГУНП. Тут еще две камеры. Что? Жалоба будет на тебя написана в ГУНП. По личному составу. Хорошо, не вопрос. Журналист тоже имеет право снимать, фиксировать. Почему нет? Ничего секретного нет никакого. Я же тебя спросил. Это режиссер. Ты сразу говори, я вам запрещаю тут снимать. Ты обосновал, почему ты это не можешь? Давайте, тут режимного объекта нету. Давайте все успокоимся. Так надо было его изначально успокоить. Кто его вообще допустил? Я спокоен. Я вижу, какой ты спокоен. Ты знаешь, что это такие провокаторы бывают? Вот которые возомнили, что он полицейский бог. Я никого не провоцировал ни на что. Ты изначально говоришь, я вам запрещаю снимать. Первое. Второе, когда адвокат к тебе подошел, ты у него вырываешь телефон. Ты что, невменяемый или что? Два свидетеля видела. На видео зафиксировано. Окей. Ты знаешь, что нападение на адвоката карается законом? Нарушение действующего законодательства. Мы будем машину? Мы сейчас ознакомимся с твоим удостоверением. Вопроса нету. Камера, отведите в сторону. Я покажу адвокату удостоверение. И всем покажешь, чтобы все ознакомят. Да, ну, моя фраза... Почему ты не хочешь на камеру показать? Обоснуй. Ну это мое личное право, я не хочу на камеру показывать. Кто тебе выдал вот это служебное посвящение? Кто выдал? Государство? Ну государство. Это государственное, чтобы ты понимал, посвящение. Хорошо. Ну все, показывай. Туда внесены данные для нас. Для нас. Хорошо. 18 статью написали для тебя и для нас. И там четко написано. Норма заповязана, мы вот вымогаем. Я же говорю, я не отказываюсь показать вам свое службовое посвящение. Что ты такой принципиальный? Ну, а что вы такие принципиальные? Ну, это моя позиция. Мы делаем по закону, и ты говоришь, что ты делаешь по закону. Что ты сделал по закону? Мы взяли автомобиль. Я тебе говорю, что ты не сделал по закону. Первое, где твой однострой, где твоя форма? Второе, где твой службовый значок? И третье, покажи, пожалуйста, согласно 18 статье,
Я же видимо, служба посвящена. Жетон, удостоверение. Ты че невменяемый, че бог его, блядь. Чего мне обзывать? Ну я вас оскорблял. Ну 173 вот здесь в родиле составишь. Я не буду здесь составлять ничего. Давай, ну чего? Скажи ему, пусть там покажет и не выебывается. В чем вопрос? Давай не ругайся матом. Да уже слова закончились. Ну, матом ругаться не надо. Давай. Слова закончились. Показываю каждый свое удостоверение. Мое удостоверение вот. А вы ваши не просили. Вот, мое удостоверение. Мы вас ваши не просили, Тарахтиев Андрей Владимирович. Да. Ну и на камеру, я же сказал. Подождите, дай прочитать мне надо. Обожди, на камеру мне не давайте, показать. Прочитать без камеры. Дай прочитать. Ну давайте, а читать буду, что там проблема. Ну читайте. Ты видел такой? Титаренко Алексей Володимирович, следчий СВВП, специальный жетон 0127016, ХКП номер 016094, выданный 18.10.19, действительно до 18.10.2013. Так, начальник ГУНП расписался, старший лейтенант полиции и номер жетона можно сказать 01. Чего они на видном месте? 0.16 заканчивается, да? 0.16. Ну все. Чего они на видном месте? Документ есть? Да, я уже предъявлял. Ну вот это не наш предъявление. Второй раз уже предъявляю, просто мне первый раз предъявили. Есть, надо, ну, есть подозрение, что надо сделать непосредственно медицинское посвятительство. Так, пожалуйста. Я ваше видео, мне правда не делает. Мое в машине я покажу. Службовое посвящение тоже. Сейчас ты должен вообще. А машина была открыта, да? Она не закрывается. А, она не закрывается? Нет, нет. Она печатает. Хозяин автотранспорта, документы есть? Есть, конечно. Предоставьте. Вам паспорт и водительское удостоверение? Без разницы. Если что, удостоверял я лично. Паспорт показывай и все. Я понял. Ты еще ПДД не нарушил. Мой замальчик, правильно? У да. Меня, конечно. Сумму Максима Александровича. Все, теперь слушай, что сейчас будет адвокат говорить. Так, давайте Алексей сейчас пломбу вскроем. Присутствие у вас. Вскрывайтесь. Да, проверим сейчас. Да, ну, ты выключи телефон, мы да, это, вот, открывай борт, да, надо количество проверить. Да. Может, молодой отработал. Да. Поднимай, закидывай этот, палка у тебя же есть, закидывай, бля, я хомуха эту, байду. Пересчитывай всем мешки. Примерно знаешь расположение их? Да, да, знаю. Правильно? Да. Нет вопросов по оружию? Пока нет. По оружию, по бензину, все верно. Сейчас заведется, не заведется, проверите. Ты знаешь, сколько у тебя газа было и в баке бензина? Знаю, на газ. Ну все. Давайте. Может, они газ тут отсосали вместе с бензином? Сейчас. Вы так сильно полиции не доверяете. Не, полиция как раз доверяет. Может, ты другой хотел вопрос задать? Какой? Может, другой? Нет. Почему не доверяем? А ты знаешь, как эту тачку отработали?
А я знаю, вот попробовал бы ты у меня, твои коллеги, подработать эту тачку. Да задолбались бы. Да? Конечно. Если просто нет. Я тебе могу сказать, вон там стоит Рено синяя. Она двойник. У него, по-моему, поддельный техпаспорт. Тебе же достаточно по 251-е доказе? Все, давай, пробовать ее. Под капотом загляни, аккумулятор там целый. Может, блядь, у них аккумулятора не было. Тосол нормально, все правильно. Ну тосол им не нужен, они его все равно не отсосут. Уровень масла, жидкости проверить. Да. Ну это, я хочу сказать, не очень смешно. Надо бывает специально сливать, а человека что-то нет. Такое бывает тоже, как и у нас такого не бывает. Это... За себя же надо такое. Вы не сделали бы. Допустим, может, молодой человек еще не делал. А есть гадостные ребята, которые делают это. Не за зла. Конечно. Конечно, мы сталкеры. Ты что думаешь, что мы первый раз машину возвращаем? Я же не спрашиваю. Неоднократно не с таким сталкивались. Мы еще хуже сталкивались. Прямо на площадке, 190 Мерседес, сотрудники полиции разворовались. Все там на месте, да? Внутри все на месте. Уголь, 40 штук. Да, все. Да все нормально, не боись. В обиду не дадим. Я ж тебе говорю, попробовали бы меня бы остановить. Не или я его. Блон, пункт своровали. Аудиоаппаратуру своровали. Вынули все с мяса. Главное, чтобы присутствовал. Уровень-то такой. А тормоза резали. Ребята, ничего себе. Он такой класс проверяет, а говорит, а что-то там мазали. Поехали, посмотрели, подъехали. Просто отрезали. Просто. Нет. И машина не поехала. Желание гадость можно. Ну конечно, элементарно. Это же машина. Тут есть такие вещи, очень детали тонкие, которые позволяют вывести из строя. А запаска где твоя? Она под углом внутри. А, да. Ну все, тогда давай, пробуй, джмыхай ее. Пусть ласточка заводится. Да, у нас на месте. Сейчас поедем мусоров кошмарить на дороге. Как раз будешь жертвой, они тебя чпокнут и это. Второй раз привезут сюда. Ключи можно. Ключи можно. Проверяй ключи, хоть посмотри, не сделали этот дубликат. А как ты проверишь? Не, ну там бывает тогда. Дубликат. Вот блин. Как раз там газели дубликат делали. Ну, там протокол был. Дальше справитесь, да, думаю, не, наверное, тут надо роту выставить. Пойди, давай, на всякие пожарные, потому что мало ли, может, он кинется. Мне уже страшно с ним стоять. У него хоть сюда оружие было. Да он, ты со стволом ходишь? Не, я без оружия. Я ж не попробую с оружием. Слышь, ну увидишь кино, как на адвоката кидается неизвестный.